Всем огромный привет и добро пожаловать на наш канал Катарина в блоге «Обычная жизнь в Германии». Ребят, вышла я на улицу, хочу немножечко быстренько поработать. У меня есть хризантемки, хочу их обрезать. И малинку, которую я собрала, уже хочу обрезать сейчас. И еще я пересажу свой куст. У меня есть кустик, который скрещенная черная смородина и крыжовник. Хочу его пересадить, а то он там сидит нехорошо. Вот такая у меня на сегодня работка. Кому интересно, оставайтесь с нами и приятного вам просмотра. Хочу обрезать вот этот вот кустик свой. Он уже все, уже, наверное, срежу его. Вот этот тоже срежу. Вот этот все обрежу. Хватит уже. А вот с этим не знаю, что делать. Я знаю, что их нельзя обрезать. У меня есть зрительницы, которые разбираются в цветах. Девочки, напишите, пожалуйста, мне его обрезать, этот цветок, или нет. Я знаю, что вот эти шапки можно снимать. Или весной надо это делать. Напишите, пожалуйста. Пока трогать не буду. Надо заняться вот этой грядкой. Травы тут очень-очень много. Надо с ней заняться. Если успею, посмотрите, мне так эти цветы нравятся. Они такие прям вот полные-полные. Такие хорошие, полные. Они что-то тут другой цвет пошел. Переопылились, что ли? У меня еще цветочки в горшках цветут. А это моя черника. Видите, какие красивые листики у нее. Выкопала сейчас свою. У меня есть кустик. Это смешанная черная смородина и крыжовник. Хочу ее сюда посадить. Я вот здесь посадила кустик смородины, который я оставляла себе, посадила ее вот сюда. А рядом, наверное, посажу вот эту. Сейчас расстояние немножечко метр сделаю. И посажу сюда. Я не знаю, как эта ягода называется. Я знаю, что это смешанная смородина с крыжовником. Сейчас я ее сюда воткну. Смотрите, какие у меня тут ноготки. О, а это что такое? Что, перец? Ничего себе, что я обнаружила. Мои мужчины забыли вырвать перец. А он себе растет. Ноябрь месяц какой у нас плодотворный. Посмотрите. Вот так. Это хорошо, тепло. Он себе растет, растет. Надо же. Даже не думала. Три штучки. Ну, теперь я его точно сорву. Так, видите, два. Посмотрите. Растет себе. И даже не думает о том, что уже ноябрь месяц, и ему уже давно надо быть в мусорке. Ну, сейчас я его уберу. А я иду, думаю, а что у меня тут стоит, растет. А здесь, оказывается, у меня перчик растет. Вот так. Ну, в принципе, неплохо, хорошо. Мы в ноябре и малину собираем, еще и перец. Сейчас пойду мужу покажу. Еще и перец мы собираем в ноябре, не только малину. Маленький, но все равно, наверное, вкусный будет. Что, он плотненький, хорошенький. Пойду, Сереже покажу. Смотри, что я нашла. Смотри, в ноябре еще и перец у нас. А где он у тебя был-то? А вы его не сорвали?
Ну, а я буду заканчивать свое видео. Сейчас забегу домой. Сережа уже скоро на работу. Надо быстро пообедать. И хочу еще немножечко демонтировать видео. Мы ходили опять за грибами. Втроем я, Юля и Сережа. Грибы мы не нашли, но это вы увидите в том видео, которое я смонтирую. Скоро оно выйдет на экран. Кому интересно, нажимайте колокольчик, и вам придет оповещание о новых наших видео. Ну, а на этом я буду прощаться с вами. Всем спасибо, кто был вместе с нами, кто досмотрел мое видео до конца. Всем хорошего настроения, всем пока и до новых встреч!